Здравствуйте. Сегодня хочу вам показать вот такой чехол для телефона Blackview BV6000. Его можно даже назвать кошельком или чехлом-сумкой. Он очень вместительный, хотя это и не удивительно. Для такого телефона самое то. Естественно, этот чехол подходит не только для BV6000, и для других моделей, и вообще для других марок телефона. Большинство защищенных смартфонов до 5 дюймов спокойно сюда влезут. Телефон можно класть либо в отделение замком, либо в то, которое на магните. Здесь уже кому как удобнее. Я, например, человек, имеющий небольшие параноидальные наклонности, кладу телефон чаще всего в отделение замком, дабы его не смогли стащить. Хотя магнит очень крепкий, если его открываешь, когда чехол на поясе, то чувствуется. Здесь также имеются два дополнительных отделения. Туда можно класть что угодно. Я, например, в этом чехле помимо телефона ношу зажигалку, запас денег, нож, ОТГ-кабель, иногда и наушники. И при всем при этом еще место остается. Как заявляет производитель, чехол сделан из кожи. Он у меня уже где-то год, и нареканий никаких нет. Очень удобная штука. Мне нравится. Если вы ищете себе чехол или что-то подобное, то советую это изделие. Если вам интересно, ссылку на чехол я оставил в описании к видео.